Хейоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем проходить Salt of Sanctuary. Итак, мы можем повысить уровень 2 раза, да, и прокачать навыки. А, вот здесь он показывает, какие сейчас действуют эффекты. А ну, в данной локации я, по-моему, здесь все прошел. Надо сейчас ведь отправляться к дракону туда. Нет, не к дракону. Я где-то там еще что-то находил. Сначала отправимся, где первый босс был. Там... Так, 4. 4 навыка я могу. Даст 4 очка магии. Отлично. Дальше посохи. 4, 5. И где у нас последняя книжка? Так, ну это же маг 4 класс, а где маг 5 класс будет? 4 я не вижу. Это посохи. А может мага 5 класса и нету? Ну ладно, найдем потом. Так, сейчас тогда отправимся... Ой, мне надо гид. Отправиться и, наверное, в самую первую локацию. Это у нас Дрожащий берег. Да чё ты делаешь-то? Я, по-моему, не сюда отправился, да? А, не, все правильно. Не буду я убивать зомбарей. И туда я не пойду. Я помню, где я нашел самое первое кольцо. Там была как раз таки вот эта штука. Этот не алтарь, а как его назвать? Да ты что, издеваешься, собака? Камень этот фиолетовый там, в общем, был. Это я точно помню. И еще много где они были. Но остальные я уже не вспомню так легко. Ну, естественно, у дракона был. Где-то там был, где второго босса мы убивали. Что-то там можно было сделать. Тише, тише. Вставай. Да вон тот вставай. А тот не встанет, да? Ладно. Мышка одна улетела. Ничего страшного. Так, товарищ. Да отвалишь ты. Вот. Так, избавимся сразу от барахла вот этого поднимающегося. Опа. И я тут. Так. Эй. Эй. Что творишь, лучник? Мерзкий. О, у нас там рыцарь. Опа, отлично. Да убирай свой щит уже. О. Блин. Он меня сбросил. Черная жемчужина, кстати говоря. Так, а вот сюда я запрыгну. Запрыгну. Значит, и к нему я снова могу запрыгнуть. Да. Все, убили мы рыцаря. Кольцо, гид и пепел рыцаря. Смотрим, что за кольцо. Он тут прятал. Силу исцеления. Это, мне кажется, касается именно молитв.
Так, ну и тут, в принципе, все. Лучник там вон бесит. И вроде я его как убил. И этого убил. И что тут? И тут все. Спрыгнули. Отлично. Одно место обыскали, ничего полезного там, в принципе, не нашли. Так, теперь надо будет дальше. Искать еще. А где еще были? А, ну сейчас я пойду к дракону тогда, в ту сторону побегу. Я же здесь вот где-то могу. Да, могу и вот подлечиться, кстати. Так, я видел, что ты поднимался. Ну ладно. Деньги, надо куда-нибудь деньги потратить. Ой, случайно выпил. Случайно лечилочку выпил. Вот сюда, по-моему. А, этот товарищ, который здесь был, кстати, ушел. Так, там будет жестко. Ой, и наверху я не взял же там. Сейчас пойду наверху сначала возьму. Там какой-то мешок. А, чё я его не взял-то? Я к нему попасть не мог, да? Так, тут тоже что-то будет с этими, наверное, связанное. Булава, мешок соли. Кстати, мешки соли. Я уверен, у меня их уже очень много. Я давно их не давил. Вот. Применить. Применить. И вот эти два еще. Вон у меня ж... Сколько? Набралось. Еще качаем уровень. Плохо, что тут не наш этот. Ну как-то же я поменял. А с помощью чего? Так, отлично. Идем дальше по нашим магическим делам. Теперь надо посох вот этот открыть, четвертый. Раз. И на следующем уровне как раз откроем. Либо можно пока взять вот эти. Не, лучше на следующем уровне. Да, и пойду вот через флакон. Как-то так. Жезлы, пятый класс. Флакон в рукаве. Но, видимо, заклинаний пятого класса нету. Либо они не тут. Ну ладно. Так, и кто у нас тут? Продать. Торговец. Отлично. Легкая броня. Капюшон. Пора уже их продать. Те багровые. Так, шут. Ну, шута тоже продаем. Да, шута продаем. Все-таки это посильнее будет. Тяжелая броня. Ух, ничего себе брони сколько. Кольчуга. И кузнеца. Кузнеца пока что оставляем. Маску изгоя продадим. Кузнеца нам понадобится на драконе купить. Мешок соли. Можно кучу мешков соли, но это самый маленький. Показывает местонахождение потерянной соли. Не надо.
Кузнец. Кузнец со мной вообще не разговаривает. Раскайся. Также у него ничего нету. Магазин. Яйцо ярости. Развить яйцо, чтобы начать бой с вашим спутником. Так, может, мне его купить надо? Тогда я и смогу нанять. Не, вообще не вот тут должны появляться, по идее, да? Варианты наемников. Ну ладно, нет так нет. Вот сгонять бы к магу, посмотреть новые заклинания. Так, что-то я тут не допроходил. Вот. Еще один нашли. Полезли наверх. Да, сюда нельзя. Отлично, до этого мешка добрались. Кольцо бури. Смотрим, что за кольцо бури. Название мне нравится. Вот она. Усиливает элементальную магию, но также повышает элементальный дисбаланс. Не работает, если находится в паре с кольцом, сводящим к нулю элементальный баланс. Бури. Типа, наверное, молния сильнее будет бить. Снижает получаемый урон. Аннулирует элементальный баланс. Ладно, пусть у меня лучше вот так будет. Да, огня и небо. Тут по ходу заклинания только огня и молнии. И все, какие-то бьют сильнее, какие-то бьют слабее. Привет. Оу, оу. Да что такое? Так, давай копье бери. Хватит дурачиться с заклинаниями. Прыгнул. Прыгнул на меня. Ох, хитрый какой, а. Отошел, чтобы прыгнуть. Специально же. Ухо. Красный осколок. Так, метатели. Метатели топоров. Опа. Отошел. Опа. Отошел. Куда? Давай слази, чувак. Я знаю, ты умеешь, ты можешь слезть. Ой, да он прям под себя может еще кидать. Блин, и мне от того прилетело топором. Вот, и он тоже умеет слазить. Все, минус... Опа! Куда-то я полез. Я даже этого не видел. Хотел стрельнуть в полете, а в итоге куда-то залез. А, не, погодите, я тут лазил. Тут я уже лазил. Оказывается. А, тот наверху мне не нужен совершенно. Что творишь ты? На. Все. Копье пора бы поменять на что-нибудь. Да ты издеваешься. Молния какая-то. Вот на открытой местности с молнией, конечно. Не особо. Совсем не особо. Посмотрим сейчас, что там дальше будет, какие враги. Ой, это тоже пропал. Ну ладно, теперь я могу по потолку бегать. Опа. А, там закрыто. Погодите, там закрыто. Туда я допрыгнуть не могу. Лезем. Так,
как мне туда залезть? Я что-то вон там цепляю. Вот, наверное, как-то надо так это... Нет. И так не выходит. Давай лезь. Ну что такое-то? А, с прыжка, да? Опа! Натуре. Что там было-то, я не прочитал. Плохо, не прочитал. Что-то нашел, непонятно что. Ну и вот и мы в замке Бурь. Продолжаем наше путешествие. Это что, это враг? Это враг! А чё он такой большой? Побольше не было еще? Ух, чё творит? Ну, детина. Ой, там какие-то черти стоят. Сейчас мы его... А, изи. Он не такой-то и сложный, оказывается. Так, и пора... Пора хилиться. На... Так... Черепы, черепки. О! Еще и подожгла меня, тварь. На. Не, черепки тоже изи. Просто надо понять было, что они умеют. А этот слишком хитрый. О. Одного выстрела не умирает, но умирает с двух. Ничего страшного. Опять летающие черепки, опять этот метатель. Здесь что-то похожее на ловушку. Изи. Изи рыцарь. Что? Что будешь делать? Так, понятно. На кнопку наступать нельзя ни в коем случае. Убьет. Громовое заграждение. Это новое заклинание. И новое заклинание... А, нифига не нов... А, вот сюда оно, наверное, идет. Да. Его можно поставить только сюда. Огненная вспышка. Можно убрать. Стремительный поток молний. А мне нравится. Отглянем. О! Тогда можно и кольцо с дисбалансом тоже убирать. И обратно. Вот это вот. Огня и небо. И поменяем на кольцо бури. Элементальную магию, а также повышает элементальный дисбаланс. Во. Посмотрим, как будет эта молния стрелять. И мне надо выпить эту и, наверное, вот эту подлечиться. Так, вот они. О, там какой-то этот стоит еще. Черт. И он телепортировался, трансгрессировал. Изи. Изи, черт. Так, а что это вот такое? Это элементальный дисбаланс как раз.
Надо будет посмотреть, что он дает. Раз, два. ХП отбавляет. Тогда не надо нам этого. Тогда обратно. Кольцо огня и небо. Ну его. Дисбаланс этот. Да может и огненную опять поставлю эту ерунду. Вот он опять он. Ничего себе. Так он, оказывается, что-то да умеет. Чуть поближе надо подбежать, я все время далеко от него. Все. Убили. Опять ты? Сейчас посмотрим. Не очень мне нравится это. Опа. Минус 2. И все, последнее зелье я использую. Куда он делся? Да ты красавчик. Сам отпрыгнул. Нормально. Нормально он там гасит. Уходи, чё ж ты сделал? У меня маны уже нету. Я стрелять вообще не могу, мне надо его... Мне надо бежать. И чё? Я святилище не нашел? Ну замечательно просто, обратно идти и опять через всю эту толпу мобов проходить. И черепки меня могут убить. Меня еще кто угодно может убить. Если вот тут пробежать... Нет! Ага! Огреб череп. Глупый череп. Давайте. Я вас и без магии замочу. Да нет! Отвалите! Все, бежим. Не замочу я их без магии, урона. Опачки. А как мне обратно вылезти? И они за мной прилетели. Так, значит, будем хилиться вот этим. Ну, лечит еле-еле. Так, нет. Они меня напрягать начинают. Нет у меня ничего такого, что я мог бы... сожрать. А чё, я без штанов? Я без бать. Да. А почему я без штанов? Хлопковые кузнеца. На юбку. Все подряд одели, в общем. Так, какой-нибудь. А вот нельзя урон посмотреть, да? Урон не показывает. Ну, тогда я могу пока что взять, наверное, булаву с щитом, да? Булава-то явно будет посильнее. Не, вообще не сильнее моего копья. Какую-нибудь выпить ерунду или сожрать? Бутылка путешественника. А, у меня, кстати, есть рог. Вот. Его используем. А, вот она, сфера, кстати, была. Мне надо... Блин, деревня улыбок, это далеко. А, но я все равно смогу перенестись. Здесь есть, есть маг. Вот, полетим туда. Деревня улыбок. Уже в который раз. Повысить уровень. Опа, не могу, но у меня есть кошелечек один. Соли. Я видел мешочек, вот он. 10.50, как раз то, что... Да куда ты пьешь-то? Блин.
то, что мне и не хватает. И посохи можно взять. Дальше. Готово. Выучить заклинание. Нету. Выучить чары. Не нужно нам теневое оружие. О, этот посох лучше моего. 1500. Ну, кольцо. Лучше же, да, чем мой? Ну, блин, не хочу я покупать. Я найду, в принципе, сам. Уйти или купить, и можно его улучшить. Нет, у меня такой же, все. Улучшить. Посох. А, соли нету теперь. Ну, замечательно. Может, у тебя что-то можно? Работа. О! А вот это что? Имперский шоковый камень, огненная смола. Это что-то увеличивает. Но мне вообще вот эту надо. А тех вот ингредиентов я вообще не находил. Ни пепел шепчущего, И вот, теперь у меня 3 медовухи. И уходим обратно отправиться. Разбойничий проход, да? Да. Все, ушли в разбойничий проход. И, ребята, тогда продолжим уже в следующей серии. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.